В ямальских колледжах до конца этого года будет существенно усилена материально-техническая база. Принято решение о выделении порядка 100 миллионов рублей на приобретение самых современных тренажеров, имитирующих производственные процессы в сфере топливно-энергетического комплекса. О запуске в округе масштабной кампании по модернизации оснащения колледжей сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе общения с журналистами на Тюменском нефтегазовом форуме. Это тренажеры по бурению, тренажеры по геологическому проектированию. То, что будет позволять нашим ребятам на том же оборудовании, которое их ожидает на будущее, потенциально будущей работе, осваивать эти навыки. Мы развиваем кооперацию с нашими компаниями, уже запущены так называемые КРУЦы, корпоративные ресурсные центры образовательные, учебные, где приходят не только опытные педагоги, но и реальные специалисты из компаний. Круцы уже работают на площадках Муравленковского, Таркосолинского, Новоуренгойского и Ямальского колледжей. С участием предприятий нефтегазовой отрасли впервые в декабре 2021 года планируется проведение чемпионата «Ямал Скиллз» по направлению «Tech Skills. Новые технологии молодым профессионалам». В нем примут участие 8 регионов.